Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 375-й годовщины со дня образования пожарной охраны России, состоялось в Красногорском пожарно-спасательном гарнизоне. От лица администрации городского округа Красногорск служащих с профессиональным праздником поздравили заместитель главы Роман Пичугин и заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андреянов. К добрым пожеланиям присоединился начальник противопожарной службы Московской области Михаил Кузнецов. Разрешите от руководства Главного управления государственной Московской областной службы от себя лично поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Огромное спасибо, что вы есть. Огромное спасибо, что вы выбрали такую тяжелую, но такую почетную работу. Огромное спасибо, что жители городского округа Красногорска и ближайших городских округов, куда вы выезжаете, всегда знают, что вы можете прийти на помощь. Добра, здоровья вам, вашим близким. Храни вас Господь. Низкий поклон за вашу работу. Более 40 служащих гарнизона получили награды, очередные звания, благодарственные письма за высокий профессионализм и выполнение задач повышенной сложности в опасных условиях.